В регионе продолжают ставить прививки от коронавируса ветеранам Великой Отечественной войны. Медики приезжают к ним на дом. В майские праздники фронтовиков посетят немало гостей, поэтому пожилых людей нужно защитить от ковида вакцинацией. Поликлиники свое прикрепленное население обзванивают, предлагают вакцинацию, формируют листы ожидания и вот уже приезжают в удобное время для наших ветеранов, наших пожилых граждан, чтобы поставить им прививку на дому. Точно так же, как в поликлинике, пройти необходимый осмотр, опрос, измерение показателей организма. И только после этого ставят прививку. И точно так же, как в поликлинике, в течение получаса их наблюдают, что все в порядке, все хорошо, прививка прошла успешно. Через 21 день точно так же вторым компонентом их привьет на дому.